Вот такая сегодня у нас случилась. Аж дом подпрыгнул. Что-то взорвалось, пока непонятно. То ли мы что-то кашу грели, то ли что. В общем, полдома снесло. Ну, вот продолжение всей этой истории. Короче, снесло третий этаж. Насчет жертв не знаю, но хлопок был очень мощный. Я рядом не знаю, что это.